Верхневолжье стартовал всероссийский форум для создателей видеоконтента «Медиаолимп». Проходит он в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском, 29. Мероприятие, организованное Тверским государственным техническим университетом и автономной некоммерческой организацией «Лаборатория медиа», собрало около сотни молодых медийщиков со всей страны. Такое количество участников удалось собрать благодаря поддержке «Росмолодежь-гранта». Об этом рассказывает наш корреспондент. В рамках форума «Медиаолимп» для молодых видеоблогеров и создателей медиаконтента организованы занятия с экспертами и съемки на высокотехнологичных тверских предприятиях. Главной темой интенсива заявлены инженерно-технические профессии, работа промышленных предприятий. Это направление в современных условиях особенно актуально, подчеркнул проректор по воспитательной и социальной работе Тверского государственного технического университета Александр Иванников. Именно этот Тверской университет объединил на одной площадке власть, молодежь и ведущие предприятия. Таких 12 предприятий, 12 наших партнеров от машиностроения до пищевой промышленности, где будут рассказывать о людях, об обычных людях, которые работают, не знаю, сварщиками, биотехнологами, инженерами-проектировщиками, и будут показывать молодежным языком для молодежной аудитории о том, как важно и как нужно сейчас работать именно на этих современных ультраклассных предприятиях. Для предприятий региона чрезвычайно важен вопрос обеспечения кадрами. В решении этой проблемы свою роль могут сыграть подобные форумы и контент, создаваемый молодыми медийщиками. В последний момент подала заявку, была приятно удивлена, что я прошла, и решила, что точно нужно ехать, точно пробовать, получить здесь опыт. Я думаю, что мне точно есть чем поделиться с ребятами, так как имеется опыт организации мероприятий, имеется опыт, в принципе, уже профессиональный по моей учебной специальности. Но, конечно, хотелось бы больше, наверное, взять, чем дать. Сразу после открытия форума состоялась панельная дискуссия, как продвигать инженерные профессии в молодежных медиа. Участники «Медиаолимпа» во время съемок получат возможность пообщаться с инженерно-техническими работниками самых разных направлений. «Медиаолимп» проходит не случайно в Твери, в Тверской области. Тверская область богата промышленными предприятиями, богата предприятиями из сферы IT. И вот прямо сейчас спикер говорит о том, как важно освещать инженерные профессии, о том, как важно поднимать их популярность, чтобы молодежь понимала, что это современно, перспективно и солидно. А после дискуссии, последовавших за ней жеребьевки и распределения тем, участники форума смогли пообщаться с кураторами и начали работу в командах. Специалисты в области создания видеоконтента, в том числе регионального и федерального масштаба, станут наставниками молодых специалистов. Представляю сегодня студенческий медиа-центр своего университета «Сведумедиа» Южного федерального университета. Мне уже выпала номинация работать над онлайн-шоу. Будем с ребятами пробовать разбираться, освещать, какие события происходят в городе Тверь, как развивается местная промышленность и, возможно, попробовать подать это с какой-то иной стороны, студенческой, молодежной. За несколько дней молодые медийщики создадут свои конкурсные работы, снятые на тверских предприятиях, и представят их на открытом просмотре. Лучшие ролики будут демонстрироваться в соцсетях и в средствах массовой информации.